избирательный участок номер 1298. Двери здесь, как и по всей стране, открылись в 8 утра. Среди избирателей – жители части домов по проспекту Ленинского комсомола и Битцевского проезда. Всего 2044 человека. Почти 100 из них изъявили желание проголосовать на дому, а всех остальных ждут на участке. Сегодня первый день, я сама вот удивлена, очень активно ходит. У нас на сегодняшний, вот, на данную секунду уже почти 150 человек. Еще времени как бы не так уж и много. Одним из первых отдать свой голос пришел председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль. За достойное будущее нашей Родины, за людей, тех героев и патриотов нашей страны, за наши традиции, за нашу историю и за сохранение для будущих поколений наших потомков всех тех ратных и трудовых свершений. Традиционно выборы – это особый день, особая дата, праздник для всех. Среди голосующих – люди средних лет, много пенсионеров, которые привыкли быть в авангарде общественно-политических событий. Я не местный человек, у меня родина Литва, но я живу в России и считаю своим гражданским долгом проголосовать за достойного человека, который сможет обеспечить будущее России. Президентские выборы продлятся 3 дня, с 15 по 17 марта. Двери избирательных участков закроются в воскресенье в 8 часов вечера. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.